гостиницы. Мы приросли за период подготовки к универсиаде и чемпионату мира 88 новыми гостиницами. Их у нас теперь 156, то есть более чем в два раза. От сетевых, таких как, ну, вы знаете, там, Мариот, Ибис, там, и так далее, до хостелов. А оценка. Загрузка отелей 90-95%, что соответствует ожиданиям. И после того, когда мы примем церемонию закрытия и мастерс, пока мы идем где-то с опережением графика, мы надеемся, что цифру 100 тысяч гостей мы перевалим. Основное было пик под 100%, это, безусловно, церемония открытия и в дни конгресса. Мы вплоть до, там, буквально обзванивали, потому что интерес увеличивался, и некоторых мэров мы буквально еле-еле смогли вместить. То есть там вообще под завязку были гостиницы. А так 90-95%.